Севастополе прошло первое выездное заседание Центрального штаба Общероссийского народного фронта. Обсуждали проблемы жизни полуострова, работу администрации и процесс интеграции Крыма в единое пространство России. Особое место в повестке заседания заняли вопросы патриотического воспитания и сохранения объектов историко-культурного наследия. Представители Общероссийского народного фронта провели отдельную встречу с крымчанами, на которой узнали, что же больше всего волнует самих жителей полуострова и на какие проблемы стоит обратить внимание руководителям республики. Я уверен, что руководители и Севастополя, и Крыма серьезно к этому отнесутся. И в течение до конца года большая часть из этих проблем будет решена. По итогам заседания штаба были выработаны конкретные направления работы региональных отделений фронта и принято решение о проведении в Крыму межрегионального форума ОНФ в этом году.